лучше, спасибо. Кто проститутка? Я проститутка? Кто говорит такое? Дайте контакт этого человека. Засудим. Я скажу, чтобы он так не говорил. Хватит меня палить уже. Может, позже вернешься на дом 2. Не знаю, вряд ли. Хватит ведущий. Почему ты еще не похудела? Похудела. Это на 2 сантиметра похудела. У меня был ребёдра 100, а сейчас у меня 98. 97,5. Она же говорит, что та, что пишет. Но она меня знает, чтобы говорить, что я проститутка. Она видела, что я кому-то сосала за денежку. Давайте мне факты, доказательства, что я проститутка. Реально, предоставьте мне факты, что я сосу за деньги, что факт, вот я сосу, и мне придают деньги. Или не знаю, я трахаюсь с кем-то, и мне за это деньги дают. Ира харизматичная, сексуальная. Спасибо. Татуха не надоела? Но пока что нет. Хочу, кстати, в качестве эксперимента пойти на лазер и ее свести, честно. Твой детский лепет, ахаха, завидно. Что? Твой? Мой? На меня забила, что ли? На тебя я никого не забивала я. Так, что там? Ребят, что молчить? Вопросы, вопросы. Кроме проекта, я не знаю, кроме отца, есть что-то еще? Прям ангел. Кто, я ангел? Я ангел, да, наверное. Я очень добрый человек. Зайчка, посиди там, пожалуйста. Не привыкай. Ну, может, вперёд забирать? Ну, забери. И сейчас будет совершаться акт забирания собаки с заднего места. Ну-ка, Ира, там, ты покажи мастер-класс, как ты это делаешь. Что такое квазар? Я не знаю, что такое квазар. Что такое квазар, ты знаешь? Нет, не знаю. Я тоже. Селена. А, квазар, что-то я слышала. Какая-то фигня, что-то такое. У вас холодно? У нас, наверное, градусов 20. Общаешься с Аполлоновым? Ну, сейчас не так часто, как раньше. Смотри, чтобы губы оставались в такой же форме, нужно постоянно колоть. Слушай, я редко колю губы, наверное, раз в год. У меня сами себя не пухло, и поэтому я просто поддерживаю свою форму. Кто за рулем? Я за рулем. Мужа можно белого, а попу как у Ким, попу как у Ким. Зоне риска, в зоне риска. Ну, чрезвычайно активное галактическое ядро. Хорошо. Это твоя подружка? Да, это моя подружка. Рядом, да. Нур. Кали. Калиевна. Нур Калиевна. А? Кормить? Корми. Красивая, почему тебя так смотрят людей? Я не знаю. Отмечайте своих друзей, я не против моих комментариев. Пускай меня подписываются, и нас станет больше. Вам никто это не запрещает. Просто голову туда засунул в пакет. За сколько можно убрать бока на бедрах, если кушать меньше сладкого? А, слушай, ну 2 недели. Ну там не только сладкое, но и все нужно исключить. Там нужно простые углеводы исключить, потому что в основном же это простых углеводов.
Это там и мучное, там всякие разные, мука первого сорта высшего. Сахар, соль. Ну, сахар, ну, как бы, можно сахар с солью есть, но только в маленьких количествах, да. Небольших. Соль если... замедляет обмен веществ, тормозит воду в организме. Всяких дур смотрит больше 1к, а нормальных мало. Слушай, ну я говорю, хотите, чтобы у меня повысилась активность, хотите, чтобы меня смотрело больше людей и так далее, отмечайте своих друзей у меня в комментариях. Мне кажется, это будет даже рубрика не ПП, а как можно есть в принципе все и худеть. Да, да, вот. Потому что ПП это можно грохнуться, потому что все-таки, знаете, у нас такой образ жизни, да, сегодня, что хочется заехать в Макдональдс, потому что, ну, негде поесть, да, и что можно брать в Макдональдс, чтобы, в принципе, этим наесться. Не наесться, а чтобы от этого не поправиться. Прими запрос на Селенити Идеал. Хорошо. Каменский, Хлобода, да, невозможно, есть все и худеть невозможно. Возможно. Возможно. Возможно? Возможно. А как? В смысле, как я же как-то похудела? Что ты знала, не знаю, знаешь, что эту историю, наверное, сколько мне было? Мне было, наверное, лет 15. Угу. Мой вес был что-то там 86 килограмм, сейчас он 58. Как, спрашивают? Тренировки и ограничения какие-то, минимальные в питании, вот и все. Главное во всем регулярность. Я ем все не набрала, вешу 40, вот. Ну вот. Ну здесь на самом деле еще от метаболизма зависит. Некоторым везет, некоторым нет. Как мне, например. Например, что за ограничения? Сладкое, мучное. Тату полумесяц, да. Татуировку, вот я думаю об этом, потому что уже потихонечку начинает она меня раздражать. Бывают такие моменты, когда я встаю и такая думаю, блин, а потом нормально все. Кроме языка, да, есть пупки. Хочу еще кое-где сделать. Это еще впереди. Поэтому пирсинг, конечно же, лучше. Ну, пирсинг, наверное, мне кажется, лучше альтернатива, чем тату. А у тебя есть татуировка? Да. А, да, точно. Одна? Нет, 4. Спать хочешь? Нет, я думаю, просто воздуха мало. Измучилинка. О, пробка прорвалась. Конечно.
свои или это татуаж. Есть немножко татуажа, но в основном у меня свои брови. Я хвостики подрисовываю, потому что они постоянно меня бликуют, и у меня такой цвет волос, знаете, как-то коричнево-серый, что ли. И иногда бывает такое ощущение, как будто у меня половина брови есть, половина брови нет. А так, волоски у меня хорошие на бровях. Вот с этим, конечно, не повезло. Мне уже это достало. Я каждому отвечаю по одному вопросу. Блин, зачем мы столько слов? Так, ладно, ребятки, мы поехали, мне нужно следить за дорогой.